Здравствуйте, товарищи, мы продолжаем с вами проходить Edel 2 Total War Тевтоник. Тевтонская компания или Прибалтийская компания за Великий Новгород. Так, у нас тут новый второй беспощадный Станислав. Провел ряд успешных битв, но тут вот в чем проблема. Крупное войско раз. Крупное войско 2. Крупное войско 3. В целом, тут в основном лучники. Я конница их мочу. Главное, чтобы они всех не окружили. Вот у меня вторая армия. Которая, по идее, должна была идти сюда. Но Минск, я считаю, более важным. Чем маленький город, фиг знает. А Минск очень много денег приносит, хочу сказать. Почему ты не торгуешь? Вот, торгует теперь. А также у нас здесь идет на Вильнюс атака. Это у нас большой город тоже. И тут в основном лучники. То есть пробив стены, все. Также тут пытаются на Мариенбург мы отбили. Но тут главное на Торрен идет, да? Вот еще один наш, возможно, будущий полководец. Вот, но он немножечко покороблен. Здесь опять в основном лучники. По мне защищается легко от лучников. Беспощадный у нас переобучается. Но тут никаких проблем я не предвижу. Единственное, вот тут вот мало войск. Я думаю, вряд ли на нас пойдет. Я бы царскую стражу нанял. Какие-нибудь пехотные отряды. 150, 225. Вот. Доспехи 3. Тут доспехи. Щит 6. Щит 6. 9. Вот, кстати, в ближнем бою мощнее. Вроде как. Девять-десяток еще. Ну да, вот эти. Ну и содержание у них примерно. Но стоят они, конечно, недешево. Казаки-вершаки можно. Просто казах. Подумать вообще кого. Кстати, вот у нас дружин 9, 11, 3, 3, 4, 3, 4. Ну, слушайте. Еще защита 15. Вот эти вот неплохо выглядят. Да, давай дружину закажем. Так, здесь строится еда. Что здесь? Ну, тут. Ага. Армия, да? Какая-то идет. А давай, вот. Тут у нас 25. Этими двумя отрядами проатакуем его. Нифиг тот. И вон Данцик можно захватить. Туман. Ну и все, сносим их. Отлично, мы их командующего завалили, кажись.
Прирожденный командир. Прославленный правитель еще. Сведущий в земле. Касается. Имеет шрамы. Бахапар. Великий аскет. Не, да, конечно. Так, можно бы еще бы торговца построить, наверное. Давайте посмотрим, можем торговца нанять еще. Давай вот здесь наймем. Так, тут товарищ копит войска. У нас тоже тут копится. Мне это не нравится. Аварический флот. Так, отлично. Пришел. Фига себе. Беспощадный. Ну вот, я же говорю, войско копится у него. Моего этого хочешь грохнуть? Ах ты ж тварь. Отсюда убийц отправить. Так, ну в основном у него лучники. Давай отступим. Отлично. Это отряд он увел, это шикарно. Ой, супер! Короче, их бьем, потом это. Мочим их. Шикарно. Угу. Вот тварь. Войну объявил. Но я так и знал. Ну, кто сомневался-то? Тридцать восемь, 11. Кого надо еще? Давай вот этого. А дальше будем думать. Так, отремонтировал ты все. Шикарно. Что у нас здесь за армия? Агенты. О, 367. Прекрасно. Ага. Значит, ты пытаешься меня тут напугать, да? Давай сюда тогда переведем. Триста семьдесят восемь, 392. Так,
Вообще бы Псков надо бы перестроить. Так. Большие конюшни бы тоже надо бы. И чё мне тут бояться? Вот скажи мне. Так, я сохранился, его надо грохнуть. Отлично. Это просто чудесно. Это какого? При 61% ты сливаешься, какого фига? Вот, другое дело. Тамослав. Воплощение ужаса, ух. Тиран. Так. Подданные. Добровольно следуют. Ну что ж. Степан похотливый. Давай ночное нападение. Похотливому нужно самостоятельно разобраться. Так, давай посмотрим. Против кого? У него много лучников, у него копейщики у него есть и жемайты. Ну, мы обстреливаем рыцарей. Всех остальных сносим и все. У нас мощные тут конные отряды. Благо, царская стража есть. Здесь конные лучники. Прекрасно. Прекрасно. У нас есть простые лучники. Здесь их поставим. Даже, знаешь, это отделим. Поставим вот сюда. Ну, должны мы их сейчас снести. Отлично.
Отлично, литовский командующий сдох. Ну и супер. Тяжелая битва, но что же, благодаря коннице все прекрасно. Почти все войско разбито. О, Степан теперь беспощадный еще раз. Так, Степан беспощадного надо на переобучение отправить. Так, это у нас великий князь. Вот эти единственно, конечно, мощные. Но мы на них лучников направим. Ну, вперед, мочим их, мочим. Отлично. Вот и все. Кто-то там мне говорил, что, собственно, какие-то большие потери могут быть.
Ну, давай, 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 давай. Доставай, Даня. Неужели не достанем никого? Кого-то достали. Ну, 10%, а они всю армию потеряли. Давай-ка сначала вот этот товарищ у нас. Так, сохраним. Отлично. Это очень перспективный товарищ. 85. Так, во-первых, можем и количество торг. Блин, конечно, дорого все это строится. Решение порядка. 9500. Так, я великие стены хотел строить. Так, тут строится вот здесь. А, тут рынок. Так, ну давай дороги. Ну, кстати, почему у меня этот товарищ не задействован? Восемнадцатилетний, нифига себе. Так, дочь правителя. Чат, пошли, отправим. Так, а этот беспощадный у нас этот. Степан беспощадный, Станислав. А теперь три беспощадных. Борис справедливый. Так, 104, 124, ну, вот таким образом будете. Увеличивает количество товаров. Так, Ковна у нас рудники. Плюс 460. Давай. Она нас устраивает. Так. Три отряда царской стражи. Павел Честный. Пиарно. Что у нас тут? А вот эта вещь. Так. У нас армия переобучается. Самые такие плохие отряды в процессе. У нас вот этот товарищ, мне он не нравится. Но я так понимаю, лучников у него дофига. Таких прям уж отрядов я не вижу плохих. А, давайте-ка идем в атаку.
этого брать не будем. И запишемся. Ну, как я говорил, у него лучники. У этого. Но этот посерьезнее, поэтому давай. Семён святой. А чё это, почему он святой? Святой правитель, нифига себе. То он был Семён беспощадный, теперь Симон Семён святой. Надо же. Интересно, интересно. Ну, по количеству побед он реально святой, что говорить-то? Так сказать, скрывать. Все, строимся в два направления и идем. Ну, как-то так. Ну, неплохо. Опять неплохо, чё ж сказать. Ну, эти просто кого-то перестреляем, кого-то нет.
Ну, пару отрядов мы хороших, блин, жалко, потеряли. Так, 8. Так, что у нас там дорогое мы строим? Это мы там что-то дорогое строим. Это понятно. Нет, рудники недорогое. Рудники нам нужны. Плац тоже строится нормально. Смоленский, не Витебский, а где у нас строится? Что-то я там на 6000 поставил в этом ход, на этом ходу. Придется от этого отказаться. Вот так. 53. Княжескую дружину восстановим. 34. Там будет видно. Так, ну тут войско собирается. Ладно, с этим разберемся. Вот то, что эта тварь войну объявила, это, конечно, вообще. А что, у нас три державы-то толком и осталось-то. Так, где там у нас опытный купец? Ладно, пусть торгует. Тоже товарищ-то нормальный. Ну, у него, конечно, там городское ополчение. Говно, а не армия. Но все же. Тут переобучение тоже идет полным ходом. Так, а если мы... А, мы не можем, да, 19? А, не хватает просто войск этого типа, понятно. Ясно. Вообще можем Полоцк взять.
Блин, а вот куда его жестокость ушла? Вообще караул. Ладно. Лента. У нас 4. Это там 50 было. Давай вот здесь. Переходи. Давай ты строй. А чё нам ждать? У него скандинавские войны. Попробуем проатаковать его. Угу. Вот мне интересно, какого фига у нас поражение? Наемники, копейщики, да? Потому что мой командующий, небось, просто взял и вышел. Мы будем тоже сейчас хитростью их заманивать. Подстрелы. Ну чё? Ну он бросил осадное орудие. Чё он?
Идиот. Не, ну это бред полнейший. Ну вот что они вот стоят, блин, и все. Это просто, просто вот бред полнейший. Надо с этим что-то делать. Ладно, давайте здесь сначала разберемся. Ну вот и все, проблема-то. Ну вот и все. Ладно, крупная армия уничтожена. Ну, 200 с небольшим, на 1500.
опять вот в основном непонятно кто. Два молодых полководца вот тут сложились вместе. Так, ну что? Как обычно, завязывают бой. Вы стоите вдали, а вы наносите главный удар, как обычно. Ну все, победа выиграна, достигнута. Отлично. Так, пауза. Теперь давайте думаем, кого преследовать. Минус 3% уничтожено. Ну, вот этих латышских стрелков сейчас заберут.
Ну и все. Почти все войско на 99% уничтожили. Ну. Два крупных войска разгромили. Наши войска, конечно. Тоже тяжко. Станислав беспощадный. Так, некоторые отряды отправим на так сказать, переобучение. Ага, тут конюшен нет, да? Вот сюда и отправим. Так, дальше. Отлично, здесь мы всех разгромили. И это есть хорошо. А теперь тебя попробуем разорить. Отлично. Тут прекрасно, Семён Могучий. Семён Могучий переобучает, конечно, вот это сразу армия его пополнит, но ему нужно подкрепление. Ну, если что, вот этот ему окажет. Вообще бы ему тоже тут пару конных отрядов не помешало бы. И лазутчика. Так, с этим разобрались. Прекрасно. Давайте сохранимся. А те, которые еще давно не сохранялись. Теперь ты. С этой армией надо разбираться. Ну, тут много конных лучников. Будет тяжко, но тем не менее. Тут надо просто одной большой массой ударить и продавить, и все. По-другому никак. Прекрасно.
шикарно. Армию на 90% размочили. Даже на 95. Ну, тяжеловатое сражение, надо признать. Конница у литовцев очень хорошая. Так. Отправляетесь на переобучение. Здесь новая дружина готовится, одну отменим и давай переобучим. Сколько? 500 надо. Хорошо. Давай от одного конного отряда откажемся. Потому что вот эти вот переобучения нам... Переобученные отряды нужны. Дальше. Ну, а остальные в целом... Ну, ну, что есть, то есть. Можем вот эти два отряда... А, вот, кстати. Раз, два. И вот так. Тоже. И тебя... Ну, опять конные отряды. Опять, судя по всему, те, которые не добиты. Так, все вроде. Угу. Нет, не все. И все. Смоленскому князю надо нанести удар по вот этим тварям. Так, давайте посмотрим, получится ли. Чисто конными отрядами. Почему я не могу? А, да потому что отряды я не выбрал. Нет. Хорошо, давай поддержку ему окажем. Хорошо, давай еще ему. Рубим их. Ну и все. Что же мне? Создали проблем. Как будто. Опа! У кого-то у меня грохнули, ну ладно. Печально вообще.
Ну ладно. А кто погиб? Ладно, зато наступление их остановили. Михаил Зубец. Так, ты у нас смоленский товарищ как раз таки. Возвращайся в Смоленск. Так, ну а ты вот сюда. Тоже. Мне это нужно. Но в целом ситуация ничего. Вот здесь отбили удар, это тоже все хорошо. Так. Кстати, мои агенты. Нарва. Ольга. Так, давай-ка мы тебе... О, кстати. Мы можем... Нет, не можем. Давай-ка вот сюда тогда беги. Так, прекрасно. Здесь разобрались. Теперь опять здесь напряжение. И надо вот что-то с этим козлом делать. Тварь, которая не хочет сражаться, а? Есть у меня идея пожертвовать конницей и просто перестрелять их. Отлично.
Ну куда мы тупим, ну? Что это, блин? Да, тяжелая ситуация там. Туда надо флот отправлять. Армию. Какую-то. Ну а какую армию туда отправить? Шуб сало у него забрать, а? Он доел уже. Надо ее фиг знает чем оборонять. Это серьезно, да? Ну, давай пробовать. Из какого это вот такое поражение? У него одни лучники, и ты бы не предлагаешь просто на него идти с этими лучниками, да ну? То есть этот бот, кто сделал, я не знаю. Но он дебил. Как проиграть в такой ситуации, я просто не знаю. Отлично.
сейчас будет мощный удар о фланг. Отлично, полководец сдох. Ага, это наш сдох. Ага, все, я понял. Короче, надо на латышских стрелков. Я не туда удар нанес. Все, вопросов нет. Не на тех я удар нанес. Не по тем удар нанес. А там еще охрана полководца была. Ну, конечно, она лучше моих конных ополченцев. Просто не туда удар нанес. Сейчас все исправим это дело. Да ё-моё, придурки. Ну вот и все. Тяжелая битва была. Это процент у них накручивается каким образом.
Отлично. Короче, Литву сейчас мы продавим, судя по всему. Ты не офигел ли, а? Что нужно? И Северина из Милош, прекрасная пара. Нет, беспощадный нужен. Сорок тысяч. А за что это 40 тысяч? То есть ты? Я не понимаю, что он хочет, придурок ты. Говно у него отряды, и он не, и он хочет это. Как у армии. Зоркий глаз. Катапульты в основном у него. Где мой купец? Он умер, что ли? Ёпарасто, обидно-то как. Кстати.
Княжеская дружина должна отправиться сюда, я понял. Ладно, сейчас будем решать задачи по мере надобности. Надо наступление, надо продолжать. А, вот он. Сколько тут? 70. О, даже лучше здесь. Да, супер. Так, разбитые полки и тут разбитые. Ох, не знаю, смогу ли я, смогу. Ну, надо пробовать. Ну, вообще полностью разбитые. Давайте сохранимся. Просто атаковать и все. Вперед идти. Вариантов не так много. Отлично. Куда ты?
Ну вот и еще одно его войско. Ну короче, Литва разбита, осталось города захватывать. Так, давай-ка величественные стены построим. Прекрасно. Скови строится. Так, давай-ка здесь будем строить армию. Освобождение уже. Армия в основном разбитая. Ну тут конница нужна. А ее толком и нет уже. Ладно, раз все, так все.
Вот потерял, блин, он вот эту фигню. Ладно, не будем торопиться, потому что оно рядом очень сильно. Ой, очень сильно потрепанное. Слушай, а может быть одним отрядом его размочить? Можно, конечно, подкупить. А денег сколько? Давай попробуем подкупить. Тварь. Чё ж ты не хочешь подкупаться, а? Отказывает, он не уверен. А ну пусть осаждает. Выбора нет, как переобучаться. Потому что это жесть. Ну, город они не возьмут. У меня вон там подкрепление идет уже. Вопрос в другом. Пойдет ли он на штурм этот или нет? Если он пойдет на штурм, он сольется. Эта тварь не пойдет на штурм, да?
пока потери сравнимы. Так, а чё, неплохо пока получается. Теряли мы пока меньше. Ах ты ж. Но если он теперь в атаку пойдет, то у него и отрядов мало. Не знаю, на что он рассчитывает. Через сколько? 8 ходов до сдачи, но прекрасно. Пусть пробует атаковать. Его застрелит. Так. Большие конюшни построим.
Так, а Минск можем с наскоку взять. Где у нас там лазутчик был готов, по-моему? Где там у нас в списке агента лазутчик, лазутчик? А ты убийца. Нам нужен лазутчик. Данцик. Данцик, Данцик. А, он сидит в Данцике, понятно. Так. Давай ярмарку. Так, вроде все. А нет, не все. Так, ну вроде теперь-то все точно. Да и пофигу. Угу. Ты откуда взялся, вот меня интересует. Ну, опять у него в основном фиговые отряды. Если мы сейчас попробуем. Ну, этого лучника нет, у этих арбалетчиков много. Надо ввязаться в бой и размочить их. Другому никак. Конница у нас тут немало бы. 6 отрядов, 2 полководца. Это какой кулак будет ударный? Так, лучники. И жемайты. Как-то так. Ё-моё, давайте быстрее.
Да, рубилово жесткое. Отлично. Да. Да, новые, надо новые полки формировать, блин, так постоянно атаковать. Надо приостановить наступление, а то так у нас вообще все закончится. Так, вы в самой заднице не отсвечивайте. Вперед, блин. Блин, да, конечно, эта армия пипец намочила.
Он, блин, беспощадный 3 звезды. Но он, конечно, со временем упадет, но все равно. Все 4 на 700 юнитов. Он наступление он остановил. Придется мне до Дюнабурга подходить. Угу. Давайте теперь здесь попробуем чудо сделать. Если он в атаку пойдет, то... Защищая город, крепость или замок, расположите на... Он не пойдет в атаку. 5. Стены — это не только выгодные позиции для стрельбы, но и надежная защита от вражеских мечей и стрел. Ну, это вот что это такое? Вот что за искусственный интеллект? Стоит, блин, стоит. Шикарность самая, знаете, чего шикарность? Он сейчас идет воевать. Своими отрядами. Шикарно. Нет.
Да, он не только стену развалил. Что за датская пехота такая? Моего полководца грохнули. Разрешить или запретить выбранным стрелкам самостоятельно выбирать цель. Щелкните на ней, если вам нужно экономить боеприпас. У него войска просто качественнее были, вот и все. Кто же мне? Попал в тот момент, когда я слаб. Так, священник у нас умер просто. Так, армия освобождения сейчас направится. Саренсбурга нельзя. Ладно, Аба мы вернем. Что там? Да, фигня полнейшая. С вот этими вот войсками-то. Тут дело-то в другом. Армия, конечно.
Так, раз, два. Таким образом теперь переобучаться будет. Ой, у меня еще. Это вот эта тварь убил моего. Че, серьезно, блин? Там шанс 1 на 1 000 000, блин, и он это. И он это сделал, да? Ладно, пойдем переобучаться. Так, отняли мы у него еще один небольшую крепость, но это очень важно, вот это, то, что мы движемся. У него тоже проблемы с войсками, поэтому у нас полки переформировываются. Еще обстреляем его и несем удар. Некоторые не будут принимать участие. Хотя... Блин, почему ты спереди? Почему обязательно вот этот вот спереди? Так, вы стоите там сзади и не отсвечиваете. Прикажите им обстреливать центр вражеского строя. Когда враг будет ослаблен, ударьте по центру тяжелыми войсками. Отлично. Их полководец сдох. Ну и надо на Минск идти. Словно на Минск. Пока тут. Триста сорок четыре.
Так, огромные конюшни требуются. Султан, чем могу служить, султан? Три как раз таки. Раз, два, три.